герой Советского Союза, бывшая летчица 46-го гвардейского Таманского женского авиационного полка. Весна 44-го, казалось, вот-вот, уже скоро. Так хочет домой, к маме, вы понимаете? Мы же все-таки девчонки еще были. Евгения Жигуленко – единственная женщина, герой Советского Союза. Бесстрашная советская летчица совершила 773 ночных вылета. Со своими боевыми подругами она наводила страх на врага. За это немцы и прозвали бомбардировщиц ночными ведьмами. Судьбе героя Советского Союза посвящена одна из программ телекомпании ФКТ «Передовая памяти». Но многие сочинцы знали ее лично. Несколько лет Евгения Жигуленко возглавляла управление культуры курорта. Нам самим очень гордо, что такой легендарный человек жил в Сочи и через много-много лет по инициативе сочинцев мы приняли решение увековечить память о великом человеке. За небольшое время уже 49 памятных мест в городе создали. И будем создавать и дальше. Спустя 40 лет после войны уже в роли режиссера и сценариста Евгения Андреевна Жигуленко сняла свой первый фильм, который так и назвала «Ночные ведьмы». Премьера в начале 80-х состоялась в сочинском кинотеатре «Спутник». Это их немцы называли ночными ведьмами. Они на самом деле были ангелами для нас, для всех тех, кто наследует память героев войны и тех старших поколений. И здесь присутствующих тоже. Евгения Жигуленко не стала в марте 94-го. Ей было 74 года. На открытии памятника собрались все ее коллеги, которые отмечают, что именно благодаря таким инициативам руководства города и партии «Единая Россия» поколение юных сочинцев имеет возможность соприкоснуться с историей, а соответственно и чтить подвиг героев. И я счастлива, что сегодня вот такое молодое, красивое, деятельное, стоящее руководство нашего города. Вам спасибо и низкий поклон от всех ветеранов. А Евгении Андреевне мне просто хочется сказать: здравствуйте, Евгения Андреевна. То, о чем вы мечтали, сбылось. Вот он город сад, вот он город сказка. И здесь живут счастливые люди. Лично с Евгенией Андреевной я очень хорошо знаком, умная женщина. Военный человек. Наше новое поколение должно соблюдать, хранить традиции наших лучших людей. Это залог успеха в нашем городе Сочи. Бюст Евгении Жигуленко – дело рук сочинского скульптора Евгении Пешковой, которую биография героя Советского Союза потрясла еще в детстве. Изобразить кумира художница решила непременно с цветами, которые бесстрашная летчица так трепетно любила и брала с собой в каждый полет. Повтор программы «Передовая памяти» о Евгении Жигуленко выйдет в эфир во вторник, 30 мая, в 18:00.